В регионе продолжается спецоперация «Мак». Так, в Руднянском районе уничтожены наркосодержащие растения, растущие на площади около 2 квадратных километра. Все подробности в ежедневной сводке от сотрудников пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. За минувшие сутки на территории региона полицейскими раскрыто несколько тяжких преступлений. В Кировском районе полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который в ходе распития спиртных напитков нанес удары по голове своему 54-летнему знакомому. В результате от полученной травмы мужчина скончался. А в Камышинском районе по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 45-летней местной жительницы задержан ее 52-летний сожитель. В ходе распития спиртных напитков мужчина нанес ей несколько ударов по голове, в результате чего женщина с травмами головы была госпитализирована. В регионе продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «МАК», направленного на профилактику и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков. Кроме того, в ходе проведения профилактических мероприятий полицейскими выявляются места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Так, в Руднянском районе на территории 3 сельских поселений полицейскими были уничтожены растения мака и конопли, произрастающие на территории общей площади около 2 квадратных километра. Еще 2 очага произрастания растений, содержащих наркотические вещества, обнаружили и уничтожили в Михайловском и Новоаннинском районах области. А в Котельниковском и Суровикинском районах выявлены 2 факта культивирования наркосодержащих растений. Подозреваемые вырастили на территории своих домовладений в общей сложности около 100 кустов конопли. В Советском районе в медицинское учреждение с травмами головы госпитализирован 3-летний мальчик. Ребенок выпал из окна 2-го этажа по месту жительства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полиция региона призывает родителей быть предельно внимательными и не оставлять своих малолетних детей без присмотра.